Всем привет, это ТикТок ТВ, я Марина, и вы снова со мной, я с вами. Мы, конечно же, с вами в нашем любимом фикс-прайсе. Он находится в Москве, улица Челябинская. Точный адрес вы увидите под видео в инфобоксе. Опять это металлическое кашпо, я помню, было год или два даже назад. Теперь оно стоит 149 рублей. Вот на балкон можно подвесить цветы в горшках вот с помощью этого кашпо. А я такое кашпо использовала... У меня в шашлычном дворике я вот так повесила и складывала сюда инструмент. Там лопатку, щипцы. Но нельзя соприкасаться с водой. Это кашпо, конечно же, сквозь краску оно поржавело. И все, и ушло в утиль. А это что такое? Что такое? Леска плетеная для рыбалки. 50 метров, 4 нити плетения. Значит, это 0,12. 4,5 килограмм выдерживает нагрузку. Набор крючков 100 штук всяких разных. Так, смотрите, шпалера садовая 99 рублей. Она стилизована под ветки бамбука, но это пластик 59 сантиметров в высоту, 34 в ширину, 99 рублей. Сделано, конечно же, в Китае, и пластик, я думаю, на сезон. Леки классные. Я взяла две серых, поливаю цветы, очень удобные, даже удобнее, чем икеевская. Но стоит 149 теперь за 2 литра. Игрушка-водный пистолет-зверушка. Баллон с водой надевается на спину, как рюкзак. 3+. Вот шампуры. Смотрите, нужная вещь. 13 рублей стоит один. 45 сантиметров длина у него. 10 миллиметров ширина. И 0,8 сталь. И он такой изогнутый еще. Вот видите? Не прямой, а уголком. Но он тоненький, у меня такие есть. Они у меня как такой запасной вариант для грибочков, для курочки, для маленьких кусочков. Веревка джутовая для подвязки, например, помидоров, томатов скоро понадобится. А также для подвязки огурцов в теплице и на улице. А вот и нить пропиленовая крученая. 50 рублей за 300 метров. А здесь получается 36 метров. Три штучки по 36 получается. Решетка для барбекю мне понравилась. Сейчас скажу, чем. Я в ней запекала рыбу, и очень удобно, что здесь три варианта толщины. Вот эту внутреннюю, вторую решеточку, как бы крышку, вы вынимаете и вставляете в нужные пазы. Или на первый уровень, или на второй, или на третий. В зависимости от толщины куска или толщины рыбы. В общем, у меня сюда уместилось три форелины из светофора. Отлично. И я использовала ее для тандыра. Просто вынула вот эту деревянную деталь и подвесила внутрь в тандыр. Все прекрасно там держится. Решетка удобная, удачная. Рекомендую. Смотрите, тут для дня рождения, для юбилея, для праздника очень много всяких новинок. Например, топперы в торт, 5 дизайнов, с днем рождения для мальчика. Например, стильно, современно. Смотрите, какие прикольные. Вот, а больше никаких и не осталось. Наклейки, цифры. Вот такие объемные, дутенькие. Так, что тут еще? Водные бомбочки, шары. Дальше. Набор свечей с мигающим держателем, цифра. Тоже может пригодиться. А также свечи с днем рождения. Тоже нужный товар. Только посмотрите, буква Н треснула. 13 штучек надо взять, пригодятся. Потому что скоро дни рождения летом. Так, что еще? Праздничные язычки дуделки. Радужное пламя. Кто-то хотел увидеть кактусы поподробнее. Вот они, 249 рублей. Декорация в горшочке. Всякие разные. И да, и вы мне писали, разве могут кактусы цвести разным цветом? Вот, например, красный цветок. И желтый. Я думаю, что нет, конечно, если только это не разного сорта они. Ну а у китайцев все возможно за 249. Вот они, кашпо, повторяются. Так, они двойные и подойдут для орхидей, в принципе. Если вы не ищете горшок прозрачный для орхидей, вот такое кашпо очень даже неплохо, потому что здесь есть водоотведение, можно просверлить или проплавить отверстие. В общем, двойное кашпо. Светлый цвет какой хороший. Красный, голубой, черный.
для садово-огородников. Здесь еще и тяпка и рыхлитель в одном виде. 55 рублей. Но вот здесь слабое место. Вот здесь все разваливается, отваливается. Потому что здесь приварена и тонкая сталь. И совок то же самое. Вот здесь слабое место. Если один раз погнете, а он у вас погнется, то все, пиши пропало. А вот интересный вариант, коробочка для цветов и подарков. Смотрите, какой нежный горошек есть. Правда, они не все аккуратно собраны. Вот здесь не попали в пазы. Так что выбирайте внимательно. Коробка для цветов и подарков. А стоит она недешево, 149 рублей. Давайте посмотрим, из чего сделано. Картон, ламинация и ЭХДФ. Не знаю, что это, надо погуглить. Что-то знакомое, но неуловимое. Кашпо декоративное. Теперь они с блестящим ободком вот здесь, с дырочками, и очень разноцветные и веселые. Но есть и спокойные. А это уже другой немножечко. Видите? Другой дизайн. Шейби-шип, что ли, он называется. С потертостями. Состаренными. Крючки эти садовые. Я в прошлый раз взяла одну упаковку за 77 рублей. Они просто великолепные. Во-первых, и для мангального у меня уголка. Они годятся, на них удобно вешать инструменты. Затем они годятся для шампуров. В общем, для всяких всевозможных приспособлений. Затем под лестницей я подвесила все удлинители. Мотки даже с удлинителями на эти крючки. Ну, в общем, мне не хватило 4 штук. Возьму, наверное, еще парочку, потому что они просто выручайка. Особенно для дачи. Я думаю, дома можно в кладовке или на балконе их использовать. Они очень прочные, толстый металл. Видите, они как еще сделаны, они не острые. На концах у них шарики приварены. В общем, 4 штуки, просто супер. И для садового инструмента. Вот можно все организовать. Будет у вас и удобно, и под рукой, и красиво. А вот таких колышков я запаслась заранее. У меня несколько пачек, и как раз они пригодились. Я ими закрепила ленты для автополива. Это раз. А во-вторых, нетканый материал на грядках. В общем, 10 штучек в наборе, и ценника нет. Раньше они, конечно же, по 50 рублей стоили. Если вы еще не купили такую подвязку для растений с отсекателем, возьмите, потому что дешевле не найдете. А здесь целых 100 метров хватит вам на несколько сезонов. Отличная штука, 99 рублей стоит. Также сетка садовая, 4 колышка, но это накрывать клубнику или кочаны капусты от бабочек, от вредителей, чтобы они не садились, не откладывали туда там яйца, а также от птиц, чтобы не склевали ягоду. Так, а есть еще вот большая сетка для вьющихся растений, но я уже взяла в цветофоре. Это подвязывать огурцы, в общем, они потом по ней будут виться. Я такую использую на стенах в теплицах. Так, интересно, сколько сейчас перчатки стоят? 50 рублей. Взять, может быть, L-размерчик. Возьму, они никогда не помешают. Пока 50 рублей, а то мало ли что, пока не началось подорожание. Марганцовка здесь, фитоспорин, классная штука. И он теперь в виде геля. Был такой плотный раньше и был в виде порошка. Но вот в виде порошка мне нравится больше, но и вот такой в виде геля, он тоже легко очень растворяется, то есть никакой проблемы нет. И им как раз хорошо и пролить рассаду, если вы посадили, а также опрыскивать тоже удобно. Ну, я проливаю в основном. Вот еще зеркало настольное с подсветкой, но все мы знаем, что эта подсветка чисто декоративная, она не несет никакой функции полезной. 22 здесь светодиода, 3 уровня яркости, работа от батареек или USB провода и регулирование угла наклона. В общем, столько всяких плюсов. Но стоит оно 199 рублей, такое зеркало. Ножка сзади отгибается, можно ее согнуть, и будет просто плоское зеркало. Затем гнездо для USB выхода. Гнездо для батареек, нужны 3 батарейки. И вот она, кнопка сенсорная и само зеркало. Диаметр где-то около 15-20 сантиметров. Совы все еще стоят, и моя желтенькая тоже пока что никому не пригодилась. Эти шкатулки тоже на местах. Луковки тоже, яблоки с грушами. А вот посмотрите, какие новиночки. Лисичка. Такая геометрия, полирезин. Слон, но слон с опущенным хоботом.
И кто-то тут такой глазастый. Ой, так это медвежонок какой классный. Фиолетовый. Это все полирезин. Но у медвежонка как уши, как будто бы глаза у лягушки. Издали можно так подумать, что это лягушонок. Есть еще и беленький. Ну, какой-то грустный, расстроенный. Тут у него дефекты сбоку. В общем, задумка хорошая, но какие-то недоделки. Тут хобот опущен, а Мишка не улыбается. Оп, какие медвежата. А это, скорее всего, поросенок. Вот какие расчески, чего только не придумают для того, чтобы нас стимулировать на покупки. Вроде бы, наверное, есть у вас ежик такой, расческа массажная. Так ребенок увидит, что здесь еще и медвежата, и скажет: а хочу еще и медвежонка или поросенка. Так, маска для сна, терка для стоп. Вот это просто фаворит, это самая лучшая. Она теперь уже 149, раньше была за 50, потом 77, и все, теперь 150. Для рукоделия пряжа для вязания 99 рублей. Смотрите, какая. Ну-ка, это 100% хлопок, урань, хоть не синтетика. Пехорский текстиль, Россия, Московская область, Люберецкий район. Льдинка, летняя серия, хлопок натуральный. Вот супер, 80 грамм, 340 плюс-минус 17 метров. Есть вот такой ядреный салатовый, белоснежный. Притом, видите, толщина у всех разная. Так, бирюзовый, сиреневый. А вот это нитки для вязания 120 метров 60 граммов. Это уже хлопок с акрилом. Это уже Китай. А здесь Россия. Возможно, кому-то пригодятся и песочные часы. Я помню, я такие часы ставила, и меня все спрашивали, где я купила. Но у меня не такие были, а похожие. Смотрите, золотой песок. И в Икее такого же плана есть, но, конечно, там дороже. Так, золотой песок, черный и серебряный. Красиво, интересно, на сколько минут они. Декоративные украшения, стекло, кварцевый песок. Отличный наборчик для педикюра, например, можно взять с собой в путешествие или на дачу. Отвезти 99 рублей, он маленький, компактный. Здесь две палочки апельсиновых, наверное. Что это, плесень там или что? Ну-ка. Да, вы представляете, палочки-то заплесневели. Видимо, неправильное хранение было на складе. Возможно, еще весной под дождем. В общем, плесневые палочки. Затем здесь пилочка. Изогнутая вот эта щеточка отличная для садовников, огородников, как раз чтобы чистить ногти после сада, огорода. Даже если вы работали в перчатках, все равно какие-то частички земли попадут под ногти. В общем, пемза тоже супер вещь, и щетка для ногтей. Вот только из-за этого я возьму. Палочки у меня так есть, апельсиновая, искусственная пенза, дерево, бумага, абразив, нейлон, ПС и ПП. Ну вот и все на сегодня. Я надеюсь, что это видео было вам полезно, а также интересно. А если это так, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие выпуски. С вами была Марина, канал Tip Top TV.